картину маслом. Данил Константинович привыкает к новому мотоциклу. Такой эпистолярный жанр. Попробуем мою. Одинаковая резина. Да? Попробуем мою. Может, все-таки прошивка? Походу. Всем привет, Илья Маликов, ПСХ Днуру. Добро пожаловать в Республику Беларусь. Вчера был пролог, который длился 1:10. Вот такой белорусский пролог. Вот сегодня основная гонка, 2,5-3 часа, плюс один круг. Короче, больше 3 часов будем ездить. Вот, есть очень сильный белорусский чемпион. Вчера он приехал первым, я вторым. Трек где-то километров 10, и организатор сказал, что он проезжается где-то за 50 минут. Ну, то есть трек должен быть интересным, потому что вчера вот мы ездили по половинке трека, даже по трети. И он сказал, что это как бы такой самый легкий из того, что будет. Так что, ну, будем надеяться, что сегодня будет хард. Обгоню. Кого? Да. С Яном мы договорились, если он проигрывает, он платит за наш обед. Вот, поэтому у него сегодня супер мотивация это обогнать. Самое важное на гонке в Республике Беларусь – это запомнить одну фразу. «У добрый шлях». Это значит «в добрый путь». Когда ты обгоняешь кого-то на круг, и он тебя пропускает, нужно не спасибо говорить, а «у добрый шлях». Вот прям так и надо. Давай, объезжай. Да объезжай вот здесь. Ехал первый.
Да, лежать это место придется побороться. Опять заглохнуть, ёкарный бабай. Не глохнуть.
Стой, 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 стой!